Всем. Участник под номером 85. Хорошие хватки собака показывает, полные, крепкие, но должны быть значительно спокойнее. Уж очень много вокализирует и рычит на рукаве. Прям еще чуть-чуть и на лапе идет. Соответственно, это снижает оценку на 2 балла. Плюс после отпуска собака получает штраф за тычки и прикусывание рукава, попытки. И мне хотелось бы, чтобы собака была в фазе охраны гораздо более внимательной к проводнику, то есть к помощнику, а постоянно смотрит на проводника, а тоже это существенное снижение оценки. Сегодня внезапное нападение, 13 баллов из 20. Лобовая атака. Хорошая, полная, крепкая хватка, но очень много звуков собака издает. Хочется гораздо спокойнее, чтобы себя вела, гораздо спокойнее, уверенной в фазе давления. Ну, недостаточно настороженность при каждой фазе охраны помощника, тоже я оцениваю в минус 3 балла. 25 из 30. Боковое конвоирование нам потребовалось дополнительная команда сидеть вначале, перед переходом на боковой конвой, но в целом собака довольно послушная. 9 баллов из 10 боковой конвой. Молодцы, поздравляю.